Всем добрый день! Сегодня хочу показать вам еще три растения из семейства вандовых, которые растут в моей коллекции в системе с просушкой, 36 часов в воде и 5 дней без воды. Подкормки регулярные, как я уже говорила, очищенной водой, и стоят они у меня под лампами. На них сегодня уже не падает солнечный свет, так как весна пришла, солнце поднялось выше, ну и остается только чисто яркое освещение. Это ванда, скорее всего, не аскасценда, судя по ее размаху листьев, по ее изгибу. И я ее получила в подарок от Phytodiffusion, который продавал когда-то орхидеи на eBay. Вот на данный момент у нас сейчас есть еще один рост центрального листа. В прошлом году она нарастила у меня 2 листочка, они удлинились очень хорошо. Корни старые практически все всегда закукливаются и отмирают. Новые растут, чему я, конечно же, рада. В первое время, когда она пришла ко мне, в 2,5 раза где-то было меньше. Она была очень сложной, так скажем, потому как я не подкармливала свои растения, а сложное в том, что я не знала вообще, что с ней делать. Ну, определила вот так в вазу и расщу дальше. Следующая вандовая – это гигантея, которая досталась мне также в подарок от Сантрас, когда я покупала у него стандериану. И вот за эту зиму мы потеряли 2 листочка из-за моих обработок. Но я довольна все равно, потому как я растение сохранила. Надеюсь на то, что оно будет дальше расти. И порадует меня, конечно же, однажды цветением. Очень хочу, чтобы оно выросло, а не погибло. Мои подкормки, я уже говорила, достаточно сбалансированные, достаточно большие. Я не разбавляю по полной, так скажем, а делаю на 5 литров маленькую ложечку, и она получается на литр больше, чем положено. Допустим, на литр сказано 1 грамм, я делаю чуть меньше, совсем чуть-чуть меньше, там может быть 0,00 какое-то, сотое. Следующее растение, это растение у меня получено от Better Grow, Аскасценда, Peggy Fo, если вы видите, но Pawan какой-то. Должны быть желтые красивые цветы. Я получала ее тоже в 2 раза меньше она была, и очень тяжелая. Вообще тяжело приняла она эту систему. И тяжелая в том плане, что было покоцанное такое, я не знала даже, что отрезать, что оставлять на тот момент. Но, как видите, на сегодня, после регулярных, опять же, подкормок и ухода моего, она сейчас стоит у меня очень близко к лампам, и я надеюсь, что ей это помогает, и она растет лучше, потому как корни у нее вот действительно как-то странно растут, всего лишь несколько корней, да, ответвлений много, но все равно медленно. Я вот таким образом прицепила палочку на пенопласт для того, чтобы она не шаталась и была более-менее по центру. Кстати, девчонки меня спрашивали, как именно можно прицепить в вазу именно вот такое вот растение, у которого совсем мало корней. Вот таким образом. Корни у нее сейчас в активном росте. Я стараюсь, конечно же, поливать их регулярно. Как всегда, в субботу заливаю, вечером, в воскресенье я уже сливаю. В субботу утром, извиняюсь, заливаю воду и вечером в воскресенье сливаю. Ну, вот такое вот растение. Пока она растет, я рада. А что будет дальше, мы уже посмотрим. Буду рада видеть вас на своем канале. Буду рада ответить вам на ваши комментарии. И, конечно же, в 2018 году мы к концу, скорее всего, будем показывать общим обзором все маленькие или не маленькие только орхидеи, которые есть у меня в моей коллекции. А в 2019 сравним, как же они выросли. Всем большое спасибо за просмотр. Смотрите мои видео, если они вам нравятся, пишите и задавайте вопросы. Пока!